Ночью 10 мая у злоумышленника сбежала собака. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он отправился ее искать. Блуждая по садоводческому сообществу Краснооктябрьского района, мужчина услышал, как его окликнула женщина-сторож. Она сказала, сейчас вызову полицию, у меня перемкнула крыша. Почему ты перемкнул эту крышу? Ну, нервы были. Ну, дальше что вот произошло? Ударил ее несколько раз ножом. После нанесения 70-летней пенсионерке тяжких ран, мужчина испугался содеянного, выбросил нож в водоем и вернулся домой. В содеянном Волгограде сознался. Теперь ему грозит до 10 лет колонии. Иван Богданов, телеканал «Волгоград-1».